Так чё, как там на первое лицо переключиться? Чё, мам? F1 вроде. Бля, звук такой, как будто реально длительный пердеж. Да, кстати. Знаешь, как будто китайцы... Ну и Толя рыгает. Китайцы зажали какого-то в студии озвучки. Не-не-не, Женя, это Толя рыгает под автотюном, да. Рыгать не Толя, да. Сундук внутри, и тут какие-то постройки заброшенные. Не, постройки заброшенные. Ховерборд какой-нибудь возьмите. Посмотрим, что там вдалече. Козырек. Так, пойду на разведку. Украинская разведка. Опа, вижу одного. Блядь. Где? Где? На сколько? Азимут, давай, ебаш. 15. 120 у Skyfox. Ага, понятно. Все. Еще один. Перед нами двое. Понял. Там Махач спереди, посмотрите, я видел там выстрелы. МВП лежит, золотая. Тачка едет, 165, там двое. Трое, четверо. Бежит. Огонь. Еби, блядь. Это шелупонь, блядь. А? Один уничтожен. Впереди! О, а вот и второй, блядь, пополз. Да, там еще живые имеются. Я он за стенкой лечится, слышь. Вон он. Хорошо. Я прикрываю за баллон. Блять. Я так и знал. Он упал. Все, минус квад. Нихуя. Нет? Еще один. Skyfox, не лезь, я обхожу его. Поднимаем его писечку. У тебя аптечки есть, Жень? Да, что-то было. Видится реально. Кстати, я нашел, знаете, что себя? Посмотрите на этот молот Тора. Это не молот Тора, это гребаное это кольцо. Ебать. Смотри, что творит. У меня три больших аптечки, если что, варить. Ребят, у нас стена сужается, кстати. Стин, блядь. Давай, все, поехал, блядь. Я не могу, он меня назад. По допамину кто-то лупит. Да пусть лупит, блядь, сдох мне, ладно. Юлы. О, начала загружаться вовремя, блядь. У нас еще есть. Все, ребята, все в тачку быстро. Можете просто нажать. Я с тобой сейчас сяду. Или. Хотя ладно, я уже. F1, ребят, F1. F1, хуя. Я на Е работаю. На West Lake. Нас не догонят. Ребят, да, я предлагаю реально тут закемпить, потому можно что. Можно сейчас залутать, вон тут вот, видите, ромб этот. Да можно и ромб залутать. Ребята, вижу цель на 255. Внизу петух бегает. Сверху. 255, повторяю. 165. Вам что, зацепил? Одного покоцал. Блять, я сейчас сдох. Опа, ранил. Ранил тоже его. Подранил. Убежал. У нас сзади еще стрельба, пацаны. Понял. Сзади. Кинулся. Опа. Skyfox за пиздящим красавом. Открываем. Опа. Калашик. Впереди. Понял. Хелпа. Я вообще полишу. На нахуй. Сука, блять. Почти без. Еще на горе. 15 ровно. Еще выше надо мной. Походу. Есть. Ебать, мы тут дикие нахуй. Мимо. А, это бот, походу. Да ну какие тут, блядь, дохуя умные баты, если они структуру ставят. Нет, это игроки, кстати, они постоянно пробуют. Аэродропчик на 105, я его хочу. Сколько народу нас осталось, где посмотри? А, 7 человек. Ребят, очко сжимается. Ребят, у меня тут может быть на горе кто-нибудь, так что. Понял. Ребята, вижу человека на 300, поем. Я уже знаю, что значит. Сейчас они отсосут. Ребята, 255 бежит. Ой, рядом вижу. 255, понял. Дерево разъебал. Готов. Дефит. Сейчас, блядь. Пора уже играть, где бинты, по-моему, возрождают до максималки. Кстати, да. То есть не на 90, а прям... До сих пор не оставили, до сих пор. Да, прям на сотку. Авик здесь просто божественный. Тебе одно попадание, все, и он труп, блядь. Ну я в тело попал, не ваншотнуло, но в голову, наверное, ваншоты спокойно. Ну не знаю, может я в ебаник попадался. Так. Ребят, мы так как открыто стоим, может хотя бы бастики поставим? Да, давайте что-нибудь соорудим, блядь, я не знаю. Так. Ну он в доме как сидеть может. Если что, мы можем увидеть объект, ему там поставить какой-то. Это один из самых качественных фонов Fortnite, который я вообще видел.
Да уж, Fortnite. Потому что, конечно, можно сделать и хуже. Это прям копернули прямо от души. Fortnite для Steam, короче, знаете. Специально для Steam. Fortnite для тех, у кого не тянет. О, а погоди. А, он сам звонил. Да, 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 да. Штаны за 40 гривен получил. Золотые шорты, ух ты. Ну все, теперь я сейчас секси буду делать. Самый модный пацан на деревне. Просто самый модный. Да, опа, шортики. Бронзочка, еее. Че, я готов еще мука открывать. Да я тоже готов.